же за замок такой? Кажется, я поняла, куда мы попали. Это черный замок. Интересно, кто тут живет? Ведь следы привели нас прямо сюда. Видимо, этот кто-то уж очень любит сладости. Надеюсь, это не чудовище, а то их очень боюсь. Кажется, я что-то слышала. Мне тоже показалось, что тут кроме нас еще кто-то есть. Кажется, мы нашли наш тортик. Уж очень на это надеюсь. Тут как-то жутковато. Кто там? Сладость или гадость? Сладость или гадость? Никто не отвечает. Ага, попался школьник. Это же зайка из серии Хэллоуин. Вот кто взял наш тортик. Это же Кармен Карнаж. Какой пушистый хвостик. Ой, а на ушках смотри, какой якорь. Ага. Она такая воинственная. Такая разбойница. Какая красивая бандана, повязочка и красненький носик. И смотри, какая стильная кожаная жилетка. А в лапке она держит саблю. Кажется, Кармен Карнаж тут не одна. Давай проверим. Сладость или гадость? А ты у нас кто такой? Еще одна зайка из серии Хэллоуин! Его зовут Скал Рип. Какой интересный узор на ушках из черепков и косточек. Какая жуткая маска. Интересно, кто под ней скрывается? Я уверена, любой, кто его встретит, отдаст все конфеты. Да, это точно. Смотри, какие у него модные кеды. Ага. И такой зловещий костюмчик со скелетом. Когда я на него смотрю, у меня аж мурашки по коже. А вот и третий проказник. Вместе с тортом. Теперь все зайки в сборе. Его зовут Ик-монстрик. Ой, смотри, какие пайетки. Ага, ты посмотри, какие крылышки с хвостиком. Ой, какие глазки, их даже три. А вот тут вот зубки и рожки. Ой, смотри, какие милые лапки. С коготочками. Зайки, вы чего? Почему вы забрали торт? Ведь по всему королевству было отправлено приглашение на этот бал, на котором как раз-таки можно было попробовать этот торт. Надо проверить, получили ли зайки письмо с приглашением. Но как же можно найти приглашение в таком бардаке? Наверное, зайки так увлеклись сладостями, что совсем забыли проверять почту. А вот и приглашение. Теперь смело всем нам можно отправляться на бал и отведать вкуснейшего торта. А вы, зайки, больше так не шкодничайте и почаще проверяйте почту. Уже? Так скоро? Да, скоро наступит волшебство. Ну что же, вот мы и разгадали тайну похищения королевского тортика. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилась эта серия. Для меня и зайк это очень-очень важно. А главное, проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить следующую серию. В ней нас ждет очень-очень много интересного. А сейчас время традиционного конкурса. И сегодня главным призом будет хэллоуинская зайка Скал Рип. Хотите стать ее обладателем? Тогда придумайте и напишите в комментариях к этому видео стишок или рифму на слово «пиглет» на тему конфет и сладостей. Автор самого оригинального комментария и станет обладателем зайки. Ну а я с вами прощаюсь до следующей серии, чтобы снова сказать вам «Привет, пиглет!». Не забудьте подписаться и поставить лайк.